Всем привет, с вами Информ ТВ. Дочь Александра Серова уже которую неделю ходит по различным ток-шоу и поливает отца грязью. Это сильно огорчает ее звездного папу. Серов с тяжестью вспоминает годы, когда жил с бывшей супругой Еленой Стебеневой. Цитата: «Моя жена меня не любила и поэтому делала все, что ей взбредет в голову. Она была полностью на моем обеспечении. Мишель ближе к маме, мне обидно. Все, что делалось для них, сколько построено квартир, домов, сколько угрохано. Когда все это зарабатывалось, 35 лет. Но я не жалуюсь, не подумайте, просто на нее до 17 лет выброшены сотни тысяч долларов на машины, учебу. МГИМО стоило 60 тысяч евро в год. Думаете, она мне спасибо сказала? Не сказала». Серов сейчас находится в глубочайшей депрессии, и всему виной его дочь. Какие силы надо иметь, чтобы это выдержать, еще и получил такую оплеуху на старости лет, сказал он журналистам. Мишель, к слову, откровенничала, что устала выслушивать отца и мать, враждующих уже много лет. Дочь артиста надеется, что однажды родители придут к пониманию, но уже без ее участия.